молитве плакать будет мама. Не плачет он же с Богом, мама. Теперь нас на небе ждет. Я бы, знаешь, верю твердо, что мы увидимся с тобой. Так радок путь земной пред Богом, так радок путь земной пред Богом, как миг наш путь земной пред Богом. Не я, ты пришел домой. Христос воскресе. Воистину воскресе. Христос воскресе. О, понятно. Я вас знаю. Да? Я вас смотрю. Ну, я не играю. Я знаю. Я смотрю. Давай, спрашивай. В Англии, а где можно получить татуировку? Вот бери, я просто забыл. Где можно его... С обратной стороны прочитаешь? Это Лига карманного Евангелия. Да. Им пишешь. Ну, они 20 там, штук высылают. Короче, что... напиши так, что ты верующий, чтобы они поняли. А еще как можно? Через интернет, Гедеонов брать. О, это сложнее. Сложнее, да. Ну, сложнее, да. И так же вот раздавать карманы. Так, знаешь что? Давай ты это, отзвонишься. Ты отзвонись вот по телефону по этому. Вот здесь вот. Вот. Попадешь вот на Сергея Павловича, и он тебе объяснит, а ты позвонишь Игорю Третьякову и спросишь, как. Там надо с вами знакомиться. Я по скайпу молился. Сигнать. А ты православный? Да, конечно. Ага. Ну, это они как бы дают, ну там получается 10 рублей с Евангелия нужно. Вот это за доставку. Нет, это полностью Новый Завет и Псалтырь. А, вот это синий. Гедеонов убрать. Да, 10 рублей. Мы просто община у нас легче, мы скидываемся. Берем то, Сергей Павлович, правда, высказал мысль, но я думаю, не крамольную, что патриарх, наверное, даже не знает, что они есть. Ну, кто-то с Сибиряков выпустил просто издание. А тут все нормально, синодальный перевод, что еще это надо? Это сибирское благозвоние. Ну, наверное, позвонили, сказали, может, дорогой патриаршенька, так и так, ну, выпустили, мы, ты уж согласись. Это, то есть я вчера что-то сказал, то есть это вот главный редактор, это его. Сибирская благозвонница, это его инициатива, чтобы за их деньги издавать вот это Евангелие. Ну, кто-то благотворитель, да, есть все равно. Так, ну что тут есть какой-то? Все, помоги Господи. Помоги Христос. Люди хорошо берут. А еще можно у вас спросить, а как можно на богослужение один раз? Можно же, да, прийти? Ну, так же вот к Сергею Павловичу звони. Звони, он тебе скажет, а он узнает у батюшки. Да, на вот первой странице мой телефон и сделал. Да, везде его. И это, выходи на занятия, прямо на занятиях, можешь сам спросить. Ну, да. Среда, пятница и воскресенье. Сегодня, по кстати, выходи. У тебя скайп есть же? Да сейчас интернета нет. Нету? Сейчас интернета нет. Пока нет. Тогда звони. Ну, надо, чтобы выключил. Ну, надо. Такое дело. Карманный вариант Евангелия. О, тут народу много. Далеко не уходите где-то так, чтобы... У вас телефон с собой? Очень хорошо. Христос воскрес. Христос воскрес. Иван, карманный воскрес. Христос воскрес. Карманный воскрес. Христос воскрес. Карманный Евангелие. От Иоанна. Пожалуйста. Карманный Евангелие. Карманный Евангелие. Карманный Евангелие. Если можно.
Я Игнатий Тихонович из кармана Евангелия. Я Евангелие Игнатия Тихоновича предлагаю, говорю, книги, говорю, да, говорит, бесплатно, говорю, даже брать не будет. Говорю, да вы не знаете, может быть. Христос воскрес, карманы Евангелие. Карманы Евангелие, от Иоанна. Христос воскрес. Карманы Евангелие от Иоанна. Карманы Евангелия там. Христос воскрес, карманы Евангелия. Карман положил и знаешь, что говорил Христос о вечной жизни. Как раз для тебя он пришел. Карманы Евангелия. Для каждого человека должен быть. Прочитайте Евангелие там, и это... сразу поймете, для простите, чего кто пришел. Такие вы? Да. Карманы Евангелия там. А я вам не давал разрешения меня снимать. Это общественное место. А меня не волнует, это не общественное место. Это общественное место. Меня не волнует, это не общественное место. Это не общественное место. Я вам не давал разрешения меня снимать. Вы не можете меня запретить. Почему вы меня снимаете? Какое вы имеете право? Имею полное право. Полное право. Какое право? Потому что это общественное место. Это не общественное место. Какое вы имеете право меня снимать? Какое вы имеете право меня запрещать? Вы... Я не давал разрешения вам снимать меня. Алло, гараж, ты что? Вот именно что, алло, гараж. Что за дела? Я по-хорошему вам сказал, а ты православный или каково? Я православный. Ничего себе, ты православный. Тогда бороду надо заиметь. Это я вас для начала. Кто ты вообще на сектанта похож кто больше, чем на православного. Я вас спросил. Деньги заплатите за камеру. Что, сломал? Да. С чего бы это? Я вас спросил, кто вы такие. Вам сказал, что не надо меня снимать. Документы мне покажите. Пять раз. Документы мне ваши предъявите. Ух ты, какие умные. И платите за камеру. Я вызываю полицию. Вызывайте. Я вас предупредил. Вызывайте. Хорошо, я буду свидетелем, что вы спровоцировали молодого человека. Потому пожалуйста. Что вы действительно... Зачем что вы снимали? А зачем он ломает мою вещь? Я вас не ломал. Нет. Зачем вы сломали мою сказал, вещь? Платите мне деньги я вам сказал, за камеру. Закрывайте, не она надо стоит снимать. Деньги 25 тысяч. Просто вы зачем? Сейчас же давайте. Ну, как я его спровоцировал-то? Я его не бил, не кричал, а ничего. Он схватил мою хорошо, камеру и раз сломал. Не спросили. Так мне не нужно разрешение его спрашивать. Нет. Не нужно мне, это общественное место. Он в общественном месте хулиганит. Это вы хулиганите. Платите мне вы за камеру. Вы пришли деньги. На православную выставку с непонятными целями. Вы разрешение да взяли какие цели? Вы сломали мои вещи, это моя камера. Вы взяли деньги разрешение снимать здесь? Да мне зачем разрешение? Вы взяли разрешение мне ломать камеру? Кто вам дал разрешение я вам ломать ломал камеру? Я вам не ломал ее. Кто вы мне... сами начали крутить мою руку. Да у меня все записано, что вы рукой вот мне сломали камеру. Выйдите вот отсюда. Я сейчас выйдите, вызову полицию. Вызывайте. Пожалуйста, вызывайте. Выйдите отсюда. Выйдите. Не трогайте меня руками. Выйдите отсюда. Мне сломал человек камеру. Выйдите я вызову отсюда. Полицию сейчас. Вот там вызовите, придете. А сейчас не будет выходить. Я отойдите, не снимайте. Я должна снимать. Слушай, помогай. Выходим, говорит, что не подошел. Что меня трогаете руками? Выходим. Руки уберите. Выходим. Выходим. Там играем, звоним. Я здесь был, а вот это совершено преступление, я буду выходить с места преступления. Выходим. Во дворе спорта мне снимали видеокамеру. Да, ты на камеру. Этого молодого человека. Человек снимал, сломал мне видеокамеру. Не хочет платить деньги. Дворец спорта. Православная ярмарка.
Алло. Да, Барнаул. Пупков Сергей Павлович. Разрешите выйти. Что такое? Зачем вы провоцируете? Приходите на православную. А зачем мне ломают камеру? Ну, а вы зачем? Какое право он имеет мне ломать мою вещь? Здесь выставка православная. И что я сделал? Я снимаю иконы. А вы не приходите на выставку? Ничего. Да вам сейчас приедет полиция, объяснит права. Это общественное место, вы мне не имеете права. Это место арендованное. И что? Проходит выставка. И что? Вы не знаете законы России Федерации. А вы православные, это общественное место. Я организую. Вы не православные. Я снимаю. Вы не православные. Организовывайте почту моего имущества, вы будете отвечать за это. Я вам объясняю, что нельзя фотографировать. Да ничего вы будете объяснять, молодец. Вы не имеете права запрещать. Это вы не имеете права здесь снимать. Вы не знаете, почему. Ну, конечно, давайте я объясню. Ой, человек заплатит, и вы тоже как организатор будете участвовать. Вам надо самим милиционером. Как ваше имя? Вы организатор этой ярмарки? Почему на вашей ярмарке? Я охранник этой ярмарки. Охранник? Почему вы мне охраняете мое имущество? Ломаю. Что вам здесь? Кто сказал-то? Я вам говорю. Где? Написано. Что вы написали, нельзя снимать? Это общественное место, вы не имеете права по закону не запрещать. Вы закон это не знаете, охранник. Общественное место. Здесь нас нет. Помещение. Что? Надо брать его и снимать. Подойдем, как он сейчас, он может убежать, вот здесь стоит. Он же герой.